Всем здарова, с вами канал АЗА4, ребята, и сегодня мы рассматриваем видео, рассматриваем обзор мода, которая вышла, я сейчас недавно встал и увидел, что Volvo FM 13 2009 года, ну так называют, вышла под ETS 1.38, и соответственно я решил быстрее забацать обзор мода. Смотрим. Вот так вот она выглядит, сопоставляется. Сейчас я тихо сделаю. Вот так вот она сопоставляется. Смотрим, кабина, две кабины. Low-back rotor, либо low-back. Шасси 4х2, 6х2 и 4 с подъемной осью. Удлиненная, с подъемной. Ну то есть 4 много очень разновидностей осей по двигателям 330, 370, 420, 460 и 500. 460 пусть стоит, и как раз звук проверим, что за звук. По трансмиссии 12, 12, 6, 12 плюс 2 передачи, 12 с ретардером, 12, 6 с ретардером, 12 плюс 2 с ретардером. Пусть стоит, какая, ну, 12 передач с ретардером. Все равно играю на клавиатуре. По интерьеру эксклюзив, вот такой, не FPS-ит, все отлично с ним, 60 FPS стабильно, либо спальная эксклюзив, ну, меняются сиденья, да, оплетка вот эта оранжевая, очень круто смотрится, реально, мне очень нравится, очень круто смотрится. По покраскам у него красный его цвет, Silver, Deep, зеленый, пользуются цвета и скины, которые, к сожалению, смотрите, у него, если не ошибаюсь, я закинул только сам грузовик, а с ним были какие-то отдельные файлы, то есть я так понял, скины не закинул, забыл, ребят, и чтобы посмотреть скины, к сожалению, не можем. Ну, пусть будет на красном. И у нас что здесь? У нас по аксессуарам. По аксессуарам мы можем добавить сразу в заводского рынка зарек этот. Здесь мигалки, здесь различные у нас лайтбары, каких только нету, пожалуйста. Здесь звуковые наши, но не ставить не будем, здесь заводской вариант, здесь переднее зеркало, здесь также все, здесь кенгурятники все стандартные, на ваш выбор цвета, вкус, да, также Volvo надпись, пусть будет, закрыться. И боковые юбки тоже можем ставить. Внутри мы можем что поставить? Здесь стандартный, я так понял, навигатор. Здесь все стандартные на лобовом стекле эти висюльки. Здесь заводской вариант. Шторы. Шторы различные. Там все здесь также. Добавить можем что? Тоже различные кружки, аксессуары такие он дальше. Здесь посадить мы можем. Здесь сумки такого плана. Посадить ноутбук и то же самое. И висюльки такие же тоже. Все, да? Роль у нас была либо так. Меняется цвет сразу, да? Цвет меняется. Пусть будет оранжевый, такой стоит, так и стоит. Принять. Покупаем. Так, мы его купили. Сейчас рассмотрим его, как он себе предстоит. Елес. Все отлично, цепка есть, надеюсь, анимация цепки, и
и так далее. Потому что вот я только увидел, только встал, увидел. Даже слюна идет. Только увидел, я решил сразу забацать первым. Потому что потом хрен успеешь, как говорится. Поэтому смотрим. Заводим. Звук мы проверяем. Ну, звук приятный. Ух, приятный просто, зашибись. Свет. Смотрим, анимация света. Я не вижу, что что-то мархало. Ладно. Отступим. Бортовой компьютер работает. Все супер с ним. А, нету анимации. Как я люблю говорить, спасибо. Да? На приборке показывается. Анимация дворников есть. Показывается, на отображается, сверху отображается, все отображается, все отлично. Сигнал, сигнала почему-то нету. Почему сигнала нету? Сигнала нету. Непонятно, сигнала нету. Так. Что мы еще? Стоп-сигнал работает, показывает, отлично. Почему сигнала нету? Что мне не назначено. Ладно. Так, что мы проверяем? Окна. Отлично. Окна есть. Анимация окна есть. Вижу, вон моргает. Он, видите? Ну, там с другой стороны. Анимация окна есть. Это уже большой плюс. Почему-то нету сигнала. Непонятно. Так, ну что, проедемся, давайте. Вот это такой звук. Может, у меня с каким-то модом она, так сказать, конфликтует, что почему нету сигнала. Но если у кого-то там, кто будет после меня, возможно, или... уже сделали обзор, я хочу послушать этот звук, сигнал. 10:43 время, все правильно показывает, 70 километров, без всяких проблем. Звук очень приятный, покататься однозначно можно, это 100%. Этот реально очень кайфовый грузовик, прям. Это слышал. Посмотрим также. Давайте мы сейчас, знаете, что сделаем? Посмотрим мы. Возьмем трейлер. Как раз скановский. Вот этот обзор с. Так сказать, у нас мне его нету на канале пока. Обзор на скинпаки, на трейлера. Обязательно выйду, посмотрите. Анимация кабелей. Так, подождите. Я просто не вижу здесь очень мало. Мы сейчас давайте вот сюда на остановку переместимся. Посмотрим. Анимация кабеля есть. Это вообще кайфово. Проверяем сцепку. Зацепляет очень сильно, зацепляет. Сейчас то, что не Есть. Цепки есть, отлично. Очень кайфово, реально, очень кайфово. То есть очень много всего. Только почему-то у меня сигнала нету, но
почему-то сигнала нету, да. Но это ничего страшного, я думаю, на другие обзоры, кто выложит, я хочу посмотреть сигнал и так далее. Поэтому вот такой модик получился. Где-то, может быть, где-то не договорил, что, ну, очень классный мод получился, очень кайфовый мод. Мне очень сильно нравятся плюсы, достаточно много, ну, примерно нормально плюсы. Открывание уже есть, стекла, это уже хорошо. Как-то так. Поэтому с вами канал Лада 4. Всем пока, всем удачи. Сегодня обзор будет на спин больших спин пак. Скины. Будет скинов. Посмотрите. Я надеюсь, понравится. Ладно, всем пока, всем удачи. Подписывайтесь на канал А24. Пока.